циничны буки, щедрый зажиточный край. И на престоле сидит в Петербурге. Да, на любые. А, понятно. Но есть какие-нибудь вопросы? Ну, у меня история, футбол, политика. Канал небольшой есть. Вы под запись, если что. У вас красиво мигает. Людям понравится. Вопросы есть какие-нибудь? Ко мне вопросы есть какие-нибудь? Нет, какие у меня вопросы, если я не знаю. Ну так вы никого, кого встречаете в рулетке, не знаете. Так и тут беседуют именно незнакомые люди изначально. Потом, когда встречаются по новой, можно уже знакомые. Так есть мне какие-то вопросы, я не знаю, какие вопросы вы можете решить. Это же не служба решения вопросов. Тут просто беседуют люди, меняются мнениями. Ну ладно, если вопросов нет, Заходите на мой канал, дать вам название. И здесь, на этом перекрестке. Йошкар-Ола. А вы откуда? Торонто. Торонто, прям? Прям, да. Блин, как так перебрались туда? В Канаду свободная миграция. Как в престижный вуз набираешь баллы, проходишь. Ну, три страны свободной эмиграции есть. Канада, Новая Зеландия, Австралия. Где свободная эмиграция чисто по образованию, знанию языка. Ну, вы хорошо эти языки знаете, получается. Ну, хотелось бы получше, но достаточно знаю, чтобы жить. Ну, разговорный, да, это. Ну, я профессионально лучше знаю, чем разговорный. Конечно, хорошо. Вот. А вы на какие темы беседуете в рулетке, кого ищете? Да так, друзей, просто пообщаться. Ну, на какие темы общаетесь? На частные, с друзьями только? Или на какие-то общие темы там с первым встречным в рулетке? Да больше на общие темы с первым встречным, чтобы просто интересно было главное. Понятно. Ну, какие-нибудь вопросы у вас есть? Ко мне. Ну, а вы в каком плане больше развиваетесь? Ну, в плане обучения, там, языка, или там какие-то люди, там, технологии, там, может, компьютерных. Да я уже никак не развиваюсь. Когда я приехал, я в сфере образования работал. И немножко в сфере технологий. Там. То есть как образование в смысле как педагог? Ну, это не образование не как педагог, а я работал как педагог, там, как репетитор и в колледже преподавал. А вообще, я специалист по ингибированию коррозии, если вот это интересует. Ну, это не особо интересно. Вот. Нет, ну, любой в жизни опыт, он все равно опыт. Ну, безусловно. Безусловно. Ну, окей, нет. Ладно. Какие-нибудь еще есть вопросы общие? У меня просто канал небольшой есть на Ютубе. Я не особо люблю отвечать на личные вопросы. Вот общие вопросы есть какие-нибудь, которые будут интересны зрителям? А вот интересно, вот что вы пожелаете? Вам вот сколько лет? Ну я же говорю, личные вопросы не задавайте, общие вопросы задавайте. А, ну что пожелаете вот буквально подрастающему поколению? А. Ну что, будьте, так сказать, раскованными, свободными, независимыми, аналитичными. Вам лет 19 вам? Да, вот угадали, 19 лет. А, вы студент? Да, студент. На кого вы учитесь? Системное администрирование. А, ну вот, да. Немножко уже опоздали, это было пика. Сейчас уже их как собак нерезанных. Был пик в нулевые годы в потребности. Но все равно это не умрет потребность. Это все развивается же. А вот если не секрет, вы можете мне свой канал вот сейчас вот чат скинуть, я подпишусь? Да, сейчас скину. И здесь, на этом перекрестке. Да просто стало. Да в Таджикистане. Ну, как вы, нет?
Да я тоже просто. Вот просто взял и зашел. И здесь, на этом перекрестке. А что это самое под Ukraine в VPN в итоге? Я не знаю, через VPN, да, захожу, чтобы не нашли. А, понятно. А что? Ищется тебя в розыске? Типа того, ну, бля, ну, таким вот, да, вот я могу тебя послать нахуй, и ты можешь меня вычислить, если там какой-то жесткий тип, знаешь. А, так это можно вычислить и даже когда ты под VPN, теоретически, если, если жесткая программа есть. Она всю цепочку может отследить, но теоретически. Но это бабки стоит. Кому нахер надо вычислять? Бабки, ну вот, кому нахер надо, прямо ну, пошли тебе нахуй. Вот о чем бабки. Речь, да. О чем беседуешь в рулетке-то? А ищу тёлку. Тёлку? Ну, логично. Посмотреть, наверное. Не показать, да, а понятно, ну, да, это посмотреть сиськи. Не ты ж на показываешь. Хотел, не, ты, не ты ж я... показываешь сиськи, а у тёлки хочешь посмотреть. Ну, я и показать, но я... Ну, я... Значит, ты ж сидакер твои сиськи. Ты другое покажешь. Ну, ладно, давай, успехов. Только это... Для этого есть сайты, где полно тёлок, это голых, специализированные. А тут в чат-рулетке что-то... Ты ж вроде продвинутый парень. В чат-рулетке ищешь. Здесь интересней. А, ну, может быть.